Dacă îți sunt cunoscute mai bine decât oricui cuvintele graffiti, breakdance, hip-hop, workout, parkour, streetball, skateboarding și alți termeni ale aceluiași câmp semantic, atunci locul tău este în echipa Urban Spirit. Pictorița Ina Jeleskova, cunoscută ca Izzy Zvnenere, a relatat istoricul apariției Urban Spirit și cum fiecare dintre noi se poate implica în dezvoltarea culturii urbane. Начинала знакомство с этой культурой 8 лет назад, начинала с простого классического граффити. Сейчас у меня уже есть свой собственный стиль, который состоит из 3D форм и каллиграфии. Urban Spirit появился намного позже, ему уже 4 года. Появилась идея того, что хочется не просто развиваться в этой культуре, но и помогать другим найти себя в ней. То есть это огромная культура, в которую входят самые разные элементы, начиная от граффити, то, чем я занимаюсь, и дальше брейк-данс, хип-хоп, воркаут, паркур, стритбол, скейтбординг. То есть есть очень много различных элементов. И пришло осознание того, что у нас есть много детей и молодежи, которые хотят этим заниматься, хотят развиваться в этой теме, но нет никакой почвы для этого, то есть не организовывается достаточное количество фестивалей, каких-то мероприятий, соревнований, воркшопов по этой теме, у кого-то нету места, где заниматься, нету людей, которые бы направили их на нужный путь, научили и так далее. Начинали мы, самое первое наше мероприятие объединяло только хип-хоп элементы, то есть сюда входило граффити, брейкинг и хип-хоп, танцы, эмсиинг, диджеинг, то есть это элементы хип-хопа. Потом решили, что нам нужно расширяться, и мы начали добавлять уже другие урбан элементы. За эти 4 года было организованы различные фестивали по этой теме, и также разные мастер-классы, воркшопы. В основном лично я веду воркшопы и мастер-классы по граффити, потому что это моя тема. Всегда это делается на добровольной основе, всегда это делается бесплатно, то есть мы максимально открыты для того, чтобы дать возможность детям и молодежи заниматься то, чем им хочется. На самом деле рабочий состав Urban Spirit очень маленький, но зато надежный. То есть у нас есть образовалась своя какая-то теплая семья, люди, которые занимались до образования Urban Spirit, занимались тем же самым, но раздельно, и мы решили, что вместе мы можем сделать намного больше. На последнем фестивале, который мы проводили в мае, это был фестиваль Urban Vibes, мы его проводили уже 3-й год подряд, и у нас участвовало около 350 человек по различным направлениям. У нас туда входили такие элементы, как граффити, брейкинг и хип-хоп танцы, воркаут, паркур и стритбол. Фестиваль состоял из 2 дней. Первый день мы всегда проводим в парке Штефана Челмари, то есть это такая центральная часть, у нас всегда свободный бесплатный вход, и очень много людей подтягивается, даже те, кто не был знаком с урбан-культурой, и кто даже не знал, что там будет фестиваль. И второй день у нас проходил здесь, в этой винарии. Поэтому мы сейчас здесь. Да, то есть этот второй день включал в основном граффити-культуру и такую общую вечеринку с хип-хоп-танцами. Vinăria susține Urban Spirit în dezvoltarea culturii urbane, iar pereții acestea urmează a fi acoperiți în întregime cu forme și culori vii. То есть меня вдохновляют люди, но не в какой-то определенной ситуации, а именно то, что я вижу, чем они занимаются, как они отдают свои жизни этому, и меня это вдохновляет. То есть можно жить, поддерживать свое какое-то финансовое состояние, но и при этом еще и отдавать себя этой культуре. И именно благодаря таким людям что-то развивается в этой стране, и тут речь не только о нашей культуре, урбан-культуре, то есть это вообще во всем. Чем мне нравится и привлекает эта культура и различные ее элементы, это тем, что дети и молодежь может ею заниматься, любыми элементами этой культуры, независимо от финансового положения. То есть не обязательно нужно посещать какие-то дорогостоящие мастер-классы или лекции по этой теме. То есть самое главное — это иметь вдохновение. Для нас очень несложно найти, мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме, там везде написан мой телефон, мой имейл, поэтому если есть какие-то вопросы, желания, обращайтесь, мы всегда рады и открыты.